Hi everyone, you're watching Russian with Dasha channel. If you don't understand everything that I say, turn on the subtitles. Всем привет! Вы смотрите Russian with Dasha, канал для тех, кто изучает русский как иностранный и кто любит смотреть влоги о России и слушать интервью с носителями русского языка. Я вышла в парк на прогулку. Я засиделась дома, была дома несколько дней, никуда не выходила. И интересно, что не очень-то и много работала. Мне после отпуска немного трудно вернуться в рабочий ритм. Поэтому я решила выйти в парк, погулять по парку, показать вам район, в котором я живу, и подышать свежим осенним воздухом. Сейчас 3 градуса тепла, но по ощущениям совсем не тепло, немного холодно, поэтому я надела шерстяной шарф. Если вы были во Вьетнаме, посещали Сапу, рисовые поля, вы узнаете этот шарф. Я купила его у местных женщин, по-моему, за копейки, за, наверное, 200 рублей, может быть, меньше, всего пара долларов. И этот шарф согревает меня вот уже 11 лет. Удивительно. Это замечательный парк Санкт-Петербурга, который называется Парк Авиаторов. И здесь недавно сделали реконструкцию. Точнее, реконструкция до сих пор идет. До реконструкции парк был похож на дикий. Здесь была трава вот такой высоты. Повсюду были какие-то кусты. И ландшафта, красоты деревьев не было видно. И вот в этом году все изменили, постригли газон, сделали детские площадки, сделали спортивные площадки. И мы сейчас с вами пойдем туда, я вам все покажу и также поделюсь новостями, как прошло мое лето, чем я занималась, почему был такой перерыв. Все вам покажу и расскажу. Надеюсь, что вам понравится эта прогулка. Светит яркое солнце, поэтому я надела очки. Как вы знаете, я преподаю русский как иностранный, и моя работа позволяет мне оставаться дома. Я не езжу в университет, я не хожу в офис, иногда работаю из кафе. И часто выхожу на прогулку именно в этот парк, потому что он находится рядом с моим домом. Если вы уже смотрели мои видео, вы помните, что раньше я жила в другом районе. Это город Кудрово, точнее, это маленький город внутри города Санкт-Петербурга. Видео Кудрово появится в углу экрана. Но, как вы знаете, я не очень любила тот район, потому что там была слишком большая плотность населения, очень много людей, очень высокие дома, и в парках всегда было многолюдно, особенно летом. И когда выдалась такая возможность, мы решили продать квартиру и купить новую квартиру в Санкт-Петербурге. Квартира, точнее, не новая. Мы купили квартиру в старом фонде. Это дом хрущевской постройки. Это не очень высокие потолки, не такие высокие потолки, как в сталинских домах, но отличный кирпичный дом, очень теплый и, самое главное, всего 50, по-моему, квартир в доме, в отличие от кудровских домов, где было по 1000, по 1500 квартир. Мне здесь очень нравится. И смотрите, здесь небольшой пруд. В декабре, по-моему, 2020 года мы решили продать нашу кудровскую квартиру, и нам удалось это сделать очень выгодно.
Я сделала красивые фотографии, и на следующий день пришло больше 10 человек смотреть нашу жилплощадь. И все они захотели приобрести эту квартиру себе. Получилась очень выгодная сделка, и практически в тот же момент мы нашли квартиру в Московском районе. Я этот район люблю, потому что я в нем уже жила, когда переехала в Петербург. Забавно, что люди из регионов, как я из Новосибирска. Кстати, видео про Новосибирск у меня тоже есть. Если вы не знали, появится в углу экрана. Так вот, люди из регионов, приезжая в Санкт-Петербург, мечтают жить в центре города. Там, где старая архитектура, красивые музеи. И пожив некоторое время в центре, люди обычно начинают уставать от шума, от обилия туристов, от высокой арендной платы и иногда от соседей, с которыми приходится делить коммунальную квартиру. Поэтому они перебираются в более спокойные районы. И мне Московский район всегда нравился, поэтому, когда мы выбирали квартиру, именно здесь я хотела жить. Смотрите, какая красота, сейчас вам покажу. И, в общем, нам повезло. Мы нашли трехкомнатную квартиру, в которой не было межкомнатных стен, то есть можно было делать перепланировку, можно было с нуля начать ремонт, не нужно было вывозить чьи-то старые вещи, чью-то старую мебель. Мы все начали с нуля. Мой муж инженер-конструктор, поэтому мы вместе придумали план квартиры, нарисовали его для ремонтной бригады, и ребята справились всего за 2 месяца. Возвели стены, выровняли пол, выровняли потолок, все покрасили, уложили ламинат, установили сантехнику. Нам оставалось только заказать двери, на что ушло некоторое время, потому что на тот момент у нас закончились деньги. И потом мы также ждали кухню несколько месяцев. Если вам интересно, я обязательно покажу нашу квартиру. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы такое видео. Это спортивные площадки. Здесь можно подтягиваться, делать разные упражнения. Там рампа для велосипедистов, скейтбордистов. Очень классно. Дети со всего района сейчас приходят сюда, чтобы покататься, потренировать трюки. И дальше с этой стороны 2 баскетбольные площадки, волейбольная площадка, теннисные столы. В общем, очень здорово. А, ну здесь еще, кстати, футбольное поле. Вот, мне очень все нравится. Единственный минус – это отсутствие площадки для собак, для выгула, для тренировки собак. Странно, здесь так много пространства, но почему-то о площадке для собак не подумали. Хотя они еще доделывают парк, может быть, где-то все-таки выделят уголок для владельцев собак. Но было бы здорово, хотя у меня собаки нет. Мне кажется, это очень важно, когда можно не только гулять с собакой по парку, но также учить ее разным командам, взбираться на какие-нибудь высоты, прыгать через препятствия. Это все развивает интеллект собаки. Идем дальше. Ох, сегодня очень сильный ветер. Я надеюсь, что вы меня хорошо слышите. Расскажу вам про свое лето и как я проводила это время без YouTube. Во-первых, конечно, летом я работала, вела уроки онлайн, провела один вебинар для преподавателей русского как иностранного, которые хотят больше зарабатывать,
хотят, чтобы ученики сами к ним приходили. И мне кажется, вышло очень хорошо. Я получила положительные отзывы. Мне написали, что информация была полезна, и это меня, конечно, вдохновило. Я также встретилась с двумя преподавательницами из Санкт-Петербурга. Мы поделились друг с другом опытом, пообщались. Решили, что осенью мы организуем вторую встречу, так что надеюсь, что на следующей неделе или через две недели я снова соберусь со своими коллегами, чтобы обсудить, как вообще преподавателю РКИ развиваться в нынешней ситуации. Потом, в августе, я запустила первый Russian Summer Camp. Возможно, вы смотрели видео, в котором я приглашала учеников. Russian Summer Camp — это разговорный клуб в Телеграме. В первой группе у нас было 11 участников. Каждую неделю в течение 7 недель они получали аудио с транскрипциями, выполняли домашние задания, записывали свои ответы. И я эти ответы слушала, комментировала. Мы также 3 раза встречались в Зуме. У нас был разговорный клуб. Смотрите, как красиво. И несколько учеников поделились своими впечатлениями, сказали, что это было очень полезно. Одна ученица даже написала, что она начала видеть сны на русском. То есть благодаря ежедневной практике русского языка она начала думать по-русски, хотя она носитель итальянского языка. Я думаю, что в январе будет старт новых групп. Russian Summer Camp был для уровня B1, но я планирую также сделать группы для A2, B2 и, возможно, для A1. Так что, если вам интересно, присоединяйтесь к моей группе в Телеграме, чтобы вовремя увидеть анонс и успеть забронировать место. Если вы помните, в 2022 году, в сентябре, я ездила к своей лучшей подруге в Женеву. Ой, получила по носу. Мы с ней на тот момент не виделись 3 года. Обычно мы виделись каждый год, или она приезжала ко мне, или я к ней. И вот прошел год с моей поездки, я решила снова навестить подругу. И так как Елена собиралась в Рим, ее пригласили на свадьбу, мы с моим мужем тоже решили полететь туда, чтобы вместе провести время, также встретиться с моими студентами и моими друзьями из России. Как вы знаете, сейчас нет прямых рейсов из России, поэтому мы взяли билеты в Ереван. Я в Армении до этого еще ни разу не была, но очень хотела бы покататься по стране, особенно пожить в горах. Но в этот раз у нас в Ереване была только одна ночь. Мы переночевали и сели на следующий рейс. В итоге путь от Санкт-Петербурга до Рима занял одни сутки. Мы вылетели из Санкт-Петербурга утром и прилетели в Рим на следующий день в 4 часа дня. И вечером мы встретились с Еленой, с ее парнем, отлично провели время. Я была очень рада увидеться. Кстати, у моей поездки была еще одна причина, связанная с финансами. Мне нужно было забрать оплаты моих студентов. И сейчас я подумываю о том, чтобы поехать или в Казахстан, или в Киргизстан, для того, чтобы оформить себе карту. Потому что по-другому у меня просто не будет возможности получать оплаты. Больше года я пользовалась помощью своих друзей, использовала разные сторонние сайты. Все легально, но непросто. Так, ребята, я подошла к светофору. И смотрите, быстренько покажу вам, какие здесь дома. Вот это 5-этажные панельные дома. Здесь, по-моему, кирпичные дома.
Сейчас я хочу перейти дорогу и пойти в сторону другого парка. Здесь, смотрите, здание Санкт-Петербургского городского суда. Несколько автобусных остановок. Постою на светофоре, подожду, когда загорится зеленый свет. Кстати, интересно, что мы говорим зеленый свет, красный свет светофора. Не цвет, а свет с буквой S. Вот это вы видите афиши. Это рэпер Баста, а здесь какая-то региональная выставка «Народные художественные промыслы России». То есть разные вещи, предметы декора, керамика, предметы из дерева, которые делают в разных регионах России. Выставка с 17 по 21 октября. О, интересно, надо будет сходить. Сегодня 19 октября, и газон до сих пор зеленый. Листья на деревьях тоже зеленые, хотя обычно к этому моменту у нас вовсю золотая осень. То есть зеленые, желтые, оранжевые листья деревьев. Но в этом году лето решило задержаться. Хотя сегодня не очень тепло, всего плюс 3 градуса Цельсия. Мне кажется, что скоро пойдет снег, а деревья все еще будут зеленые. Это какое-то офисное здание. Дальше опять жилые дома. Слева, вы видите, уже показывается здание библиотеки. И дальше, если мы пойдем прямо, мы будем пересекать Московский проспект. Смотрите, здесь уже более новые дома, многоэтажки. Вот, смотрите, я дошла до библиотеки. Сейчас, через пару минут, покажу вам главный вход и фонтаны. И смотрите, дальше уже идут сталинки, сталинские дома. Чем они отличаются от хрущевских домов и от панельных домов? Выше потолки, больше окна и, по-моему, толщина стен тоже больше. Поэтому и квартиры в этих домах стоят дороже. Я бы с удовольствием вам показала, как она выглядит изнутри. Попробую как-нибудь прийти туда с камерой. Смотрите, реклама еще одной выставки. Выставка называется «Антиквариат». То есть антикварные, раритетные вещи, старые вещи. К сожалению, фонтаны не работают, возможно, из-за сильного ветра и непогоды, а, возможно, их уже отключили на зиму. Вот так монументально выглядит здание Российской национальной библиотеки. Это новый корпус. Здесь вы найдете книги, по-моему, с начала 50-х годов прошлого века. Если вы хотите более старые книги, вам нужно будет пойти в старый корпус Национальной библиотеки, который находится на Невском проспекте в центре города. Сейчас вы видите Московский проспект. И если ехать в ту сторону, то вы приедете в аэропорт Пулково. Аэропорт, в который прилетают все рейсы. Там два терминала, международный терминал и терминал внутренних рейсов, то есть рейсов по России. Вот, это Московский проспект. А если поехать в ту сторону, то там будет Невский проспект. Он расположен перпендикулярно Московскому проспекту, то есть вот так проходит Невский проспект. Мне очень нравится этот район тем, что до аэропорта всего 20 минут на такси и где-то 35 минут на общественном транспорте, и до центра города
Также 35-40 минут, если я пойду к метро и потом сяду на метро. Здесь буквально несколько остановок по прямой линии. Мне интересно, разрешены ли в вашем городе электросамокаты? Я слышала недавно, что их собирались запретить в Петербурге и Москве. Мы сейчас спускаемся в переход, чтобы перейти на другую сторону улицы и посмотреть другой парк, Парк Победы. В переходе разные киоски. Можно купить булочки, табак, можно даже купить шапки. Так, это что такое? Какой-то ретро-показ меховой компании. Очень интересно, ничего не понятно. Вот метро, которое называется Парк Победы. Здесь часто сидят бабушки, которые продают цветы, разные овощи с дачи. Давайте посмотрим. Я подхожу к киоску, который называется «Театральная касса». Она сейчас закрыта, но мы можем посмотреть, что вообще сейчас идет в Петербурге. Петербург — это культурная столица России. Здесь очень много театров. И смотрите, сколько разных афиш. Можно пойти в театр, можно пойти на концерт. Сколько всего. «Мастер и Маргарита» — это мюзикл, по-моему. Разные пьесы. Вот, возможно, вы знаете этого актера, Виктор Сухоруков. Если смотрели фильм «Брат» и «Брат 2», вот можно с ним посмотреть комедию. Сергей Маковецкий тоже известный актер, известный российский актер. О, симфоническое кино — это песни группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра. Так, здесь у нас что? Какие-то саундтреки к фильмам. Здесь остросюжетная комедия, спектакль. Вот. Привет. Я надела шапку, потому что у меня замерзла голова. Ну что, идем дальше. Парк Победы. Его история связана с грустными событиями, с трагедией, которая произошла в Ленинграде во время Второй мировой войны. Мы еще говорим во время Великой Отечественной войны. Здесь располагался крематорий. Сюда свозили тела людей, которые погибли или от голода, или от холода, или во время военных действий. Если интересно, почитайте. Здесь вот такая часовня, как раз в память о погибших. Это, кстати, мы прошли маленькое здание туалета, общественного туалета. Здесь на территории парка бесплатные туалеты. Это экран, на котором мы можем увидеть имена людей, которые погибли во время блокады. Давайте подойдем к еще одному памятному месту и закончим с грустной историей парка, поговорим о чем-нибудь позитивном. Если честно, очень сложно говорить о таких вещах из-за событий, которые происходят в России и в мире. И мне не верится, что в 2023 году кто-то до сих пор кого-то бомбит. В нашем мире огромное количество экологических проблем, происходят разные катастрофы, а люди до сих пор убивают друг друга. Вот, смотрите, это вагонетка кирпично-пемзового завода номер 1, подлинная реликвия времен Великой Отечественной войны. В 1942-43 годах завод был переоборудован и служил местом кремации жертв блокадного Ленинграда. Вот эту вагонетку здесь поставили, чтобы люди помнили, что происходило на территории этого парка. Ну все, не будем о грустном.
не будем о войне, давайте поговорим о мире, о жизни и о том, ради чего мы вообще с вами все живем. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что в том районе, в котором вы живете, вам нравится больше всего. Мне больше всего нравятся парки. Я очень люблю здесь гулять. Смотрите, как здесь красиво. Летом мы всегда берем лодку на прокат и катаемся по этим маленьким прудикам. Сейчас покажу вам место, где каждый год семья лысух выращивает свое потомство. Лысухи — это черные птички, похожие на уток. Вот здесь каждый год они вьют гнездо, и каждый год у них вырастает по 3-4 птенца. Расскажу о своих планах. Во-первых, я продолжаю преподавать онлайн, но новых учеников я беру очень редко, потому что все старенькие остаются со мной, и обычно у меня только 15 уроков в неделю. Я хочу запустить Russian Winter Camp, то есть разговорный клуб в Телеграме для разных уровней, как я уже сказала. И также, возможно, мне придется поехать куда-нибудь за картой иностранного банка. Что еще планируется сделать? Да, в принципе, никогда не знаешь, что будет завтра. И эта неизвестность меня немного пугает. Но в целом я продолжаю настраиваться на позитив, думать о хорошем. Недавно я поймала себя на том, что постоянно листаю ленту Инстаграм, постоянно читаю новости, и из-за этого чувствую, как моя тревога усиливается, поэтому в планах на осень у меня больше заботы о себе, а именно заботы о моем ментальном и физическом здоровье. Я хочу заняться своей спиной, делать упражнения для спины, и также, наверное, нужно поставить себе цель гулять каждый день, потому что, когда сидишь дома, в какой-то момент ощущаешь, что начинаешь сходить с ума. Вот я решила, нет, надо все-таки поменьше сидеть онлайн, побольше гулять и наслаждаться именно тем, что сейчас меня окружает. Кстати, буду рада вашим советам, если поделитесь, как вы справляетесь с тревогой, что вам помогает позитивнее мыслить и не поддаваться панике, и что вам помогает бороться с осенней хандрой. Думаю, что я сейчас отключу камеру и погуляю уже без записи. Транскрипцию вы можете скачать на Патреоне. Желаю всем мира и добра!